Приветствую, друзья. Меня зовут Ирина Маркелова. Я участвую в сообществе «Суперкопилка» с 2019 года, уже второй год. И сегодня мне пришла выплата 180 ТЭТ. Это 180 долларов. Зайдем в мой личный кабинет. Вот, это выплата цели. Завтра придет еще 20 долларов. То есть у меня 200 долларов сейчас еженедельная выплата. Ну, я, соответственно, потихонечку поднимаю. Что я сделала? Я зашла в график выплат. На следующей неделе у нас адаптация, поэтому карма у меня должна быть на этой неделе 75%. Я зашла на график выплат. Самая большая доходность у меня вообще... у сообщества. Но я не имею в виду там на 2-3 года вперед, а на 30-й неделе, если ее поймать, вот здесь вот она сегодня была, было депозит 2.12, а цель была 1.89 или 1.90, примерно так. Я создала здесь цель на 149 долларов и создала два депозита на 106 и на 38. Ну вот здесь вот я буду еще прибавлять, чтобы было у меня 317, как на предыдущих неделях. Посмотрим, какая у меня карма. Вот, карма у меня 75%. Ну и на следующей неделе у меня будет уже 100% и будет уже адаптация у нас 29 ноября. Ожидается у меня вывод. 38 долларов я запросила на свой кошелек. И завтра мне придет еще выплата 20 долларов, которые я также запрошу на свой кошелек. Вот теперь умножайте. Я умножила 58 долларов умножить на 76. Если вы будете вкладывать в банки, то никто вам таких процентов не даст. Сами подумайте, да? Причем при регистрации вам будет в подарок уже на балансе 10 ТЭТ, которые вы можете вложить и через неделю уже вывести, если вы пройдете верификацию. Если вы зайдете на 20 ТЭТ, вам дадут в подарок еще 20 ТЭТ при создании программ взаимного финансирования. Итого ваших 20 и подарочных 30 – это уже 50 ТЭТ. Вот моему партнеру, новичку, очень понравилось. Она хочет еще дальше продолжать участие. Ну а что тут может не понравиться с такими процентами и с такой обстановкой в стране? Поэтому суперкопилка – это просто спасение для людей. Тем более она работает с 2013 года, и нам уже некому и нечего доказывать, что сообщество платит каждую неделю. Мы уже получаем выплаты каждую неделю как зарплату. Мою ссылочку вы можете найти под видео. Если у вас останутся вопросы, я оставлю контактные данные под видео. Пишите мне в Telegram, либо ВКонтакте. Всем пока-пока!